Здравствуйте всем. Хочу рассказать свою историю про Шелиховскую районную больницу, а конкретно про ковидный госпиталь этой больницы, и передать особый привет докторам и младшему и среднему персоналу. В этой Шелиховской больнице в ковидном госпитале лежала моя мама. Она поступила 3 ноября. Дозвониться туда невозможно было, конкретно докторам. Поговорить с ними, узнать о самочувствии мамы, это вообще не было возможно. Дозвониться я до своей мамы не могла, так как мама мне говорила, когда еще была жива, отбирали телефоны. 29 ноября мне звонит доктор. Лечащий говорит, 30-го мы выписываем вашу маму, забирайте. А дело в том, что я вообще живу в другом городе. Я говорю, хорошо, а как забрать? Как забрать? Скорая помощь привезет домой. Как хотите, так и забирайте. Или воспользуйтесь услугами доставки маломобильных граждан. Забрали маму без документов. Документы не отдали, ни деньги, ни кошелек. Ни паспорт, ни полис, вообще ничего. А так как у нас прямых рейсов нет до Иркутска, я прилетела 1 числа. 1 числа утром рано и увидела свою маму в таком состоянии. Я вообще, конечно, была в шоке. Не ходячая, лежать не могла. Ее беспокоили боли. Когда я спросила маму, говорю, где у тебя болит, она мне показала. Я говорю, скажи, пожалуйста, когда у тебя это все заболело? Она сказала, что это заболело еще в больнице, в госпитале. Естественно, внимания никто не обратил. Там вообще ни на кого не обращают внимания. Ухода сестринского никакого. Никто не менял памперсы, никто ее не подмывал. Были язвы на половых органах. Кормить никто там особо никого не кормил. Я говорю, мама похудела. Я спросила маму, говорю,